Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Если этим людям не удается избрать себе морскую карьеру, на суше они могут преуспеть в делах, которые также связаны с поездками, командировками, новыми встречами и оригинальными проектами. Символом для этих людей выступает число 7 и управляет ими планета Нептун. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.